Всем привет! Меня зовут Олеся, и вы на моем канале. В этом ролике мы будем вязать вот такие шарики. Я выбрала для вас схему символом года. Вот такой код. Шарик вяжется очень быстро. При желании его можно связать буквально за пару часов. Мой выбор пал на карамельку. Но об этом мы будем говорить дальше. Покажу вам еще раз. Еще у меня здесь есть вот такой шарик. То есть, если понимать, как делать убавки и прибавки, то с этим справится даже начинающий вязайнер. Ну что, приступим к вязанию шарика. Выбрала схему, еще раз повторюсь, что это котик, ну или кошечка, кому как нравится. Начнем вязание с 12 петель и закончим 12 петлями. Прибавки мы будем делать через ряд, это очень удобно. Дойдем до определенного количества петель, перестанем делать прибавки, то есть провяжем нужное количество рядов и сделаем убавки. Затянем шарик. Я вам покажу именно то, как я вяжу. Это может быть правильно. Вы можете считать, что это неправильно. Но мой шарик получается очень идеальным и подходит он для тех, кто только начинает осваивать спицы. Я буду вязать вот на таких обычных спицах. Мне нужно 5 штук. То есть все полотно будет располагаться на 4 спицах. А пятая будет рабочая, как всегда. Выбрала я размер 2,5. Пряжа у меня карамелька. Это будет два цвета. Цвет вот этот морская волна и отбелка 002. Вот у меня еще есть. На шарик уходит очень мало. Еще мне понадобится 10 грамм, 10-12 грамм наполнителя. И маркер. Маркер, чтобы отметить ряд. Шарик вяжется очень быстро, и поэтому буквально за пару часов, сидя перед любимым телевизором, вы сможете связать такой шарик. Главное понять принцип, потому что узор здесь может быть абсолютно разный, какой вы захотите. Вам главное понять принцип прибавок, убавок. Все делать равномерно и аккуратно. Давайте уже не будем терять время на разговоры. Кстати, карамелька — это 100% акрил. 175 метров на 50 грамм. Рекомендации по спицам и крючкам от 3 до 5. Такая пряжа подходит вообще под все абсолютно. Я же взяла спицы 2,5, чтобы полотно было более плотное, чтобы не было ни просветов, ничего. Фон у меня будет белый. А сам котик у меня будет... хвостик я оставляю очень длинный, потому что он мне нужен будет, чтобы спрятать дырочку, которая у нас образуется. Вот длина у меня здесь, ну, сантиметров 20, наверное. И плюс веревочку. Набираю я самым обычным способом. 12 петель. Тут никакие итальянские наборы не нужны. Эластичные наборы тоже не нужны. Мы с вами вяжем просто шарик. 3, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. И 13-ю петлю я сделаю для того, чтобы соединить ровно в круг, чтобы ничего там такого не было. И сейчас нужно распределить на спицы, на 4 спицы по 3 петли. Это идет сюда же. Просто я их переснимаю. Пока только 2 и 3. Вот так. Просто переснимаю сразу, сделаю это и все. Потом спокойно буду вязать. Вы можете, кстати, спицы взять и каратыши, если вам удобно. Если кому-то удобно в круг вязать на круговых, вяжите на круговых. Я это показываю для обычных вязальщиц, у которых нету навыка вязать все полотно ровно и аккуратно в круговую. Такая у меня тут паутина получается. И сразу я вот эту петлю, которую делала, я ее просто сейчас перекину на последнюю спицу, просто чтобы замкнуть в круг и закрыть этот вопрос сразу же. Да, то есть вот они у меня две, и я просто надену, все надела и все. Подтянула ниточку. Ниточку я не отрезаю, и она должна быть у вас вот тут сверху. Все. И сейчас мне нужно провязать обычными лицевыми
петлями 2 ряда. Я думаю, что вы справитесь без меня, поэтому вяжите. Кстати, сразу говорю, что если вы начинаете вязание за одну из стенок, то все вязание вы будете вязать за ту же из стенок, чтобы у вас петли были все ровные и не прыгали. Ряды провязали, теперь нам нужно сделать согласно схемы. Видите, у нас тут один квадратик в эту сторону идет. То есть в третьем ряду нам нужно сделать с вами всего лишь одну прибавку. А как ее буду делать я? Видите, она в конце ряда, поэтому в конце ряда я и буду делать. То есть, да, я провяжу сейчас 2 петли лицевые. И смотрите, как я буду делать прибавки. Я не буду где-то вытягивать, где-то подтягивать. Вот у меня есть ниточка. Я просто вот держала, да, и вот загнула палец. И здесь я взяла петлю. Подтянула. Дырочек у меня, кстати, не будет. Все. Прибавку я сделала. Провязала еще одну петлю. И вот так мы делаем весь ряд. Давайте еще раз. И 2 спицы вы сделаете без меня. Да, сначала будет не очень удобно первые ряды, но потом втянетесь. Провязали 2. И опять, видите, вот ниточка лежит, вы просто палец подогнули и забрали прибавку. Это легче, особенно для тех, кто только начинает, чем вытягивать из протяжек, из петель. Это намного легче делать такие прибавки. Все, прибавки я сделала. И следующий ряд, это получается 4-й, я должна провязать просто так, без прибавок. Сейчас я вам покажу, как я прибавку провязываю. Ну, то есть она уже стоит у вас, эта петля. Вот она, видите, уже есть. Я ее просто беру вот здесь и как обычную лицевую просто провязываю. Все. И у меня здесь дырочки не будет. Вот видите. Также я делаю и с остальными спицами. То есть, если я вяжу за переднюю стенку, то, соответственно, я за переднюю стенку эту прибавку и провяжу. Вот так вот. Оп. И все. И дырочек нет. Что очень-очень удобно. Провязали ряд, и теперь у нас идет с вами 1, 2, 3, 4, 5 ряд. 3, 4, 5 ряд. Мы будем делать по 2 прибавки теперь. То есть до, получается, до какого ряда? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13-й ряд. Вот здесь мы с вами встречаемся. Я вам сейчас покажу, как по краям мы делаем прибавки. Вы так будете делать постоянно. И уже до того как момента, как вязать кошку, мы с вами вяжем самостоятельно. Вот смотрите, у меня 4 петли. Я буду всегда прибавлять, даже если там будет уже 6. Провязала одну, прибавка. Провязала внутри петли, прибавка и последняя. То есть после первой и перед последней петлей я буду делать прибавочки. Одну петлю провязала. Дальше делаю также через палец прибавку, дальше провязываю 2 петли. Видите, я ее вяжу, и у меня дырочки нет, что очень хорошо. Этот способ подходит абсолютно всем, особенно тем, кто только начинает вязание. Так легче и удобней. Вот у меня уже 6, и так я делаю прибавку весь ряд. Провязала, сделала, подтянула. Обязательно подтягивайте. Обязательно подтягивайте, чтобы у вас не было дырочек, проплешин. Вообще мастер-класс на этот шарик должен был выйти раньше гораздо, но что-то пошло не так. Я снимала шарик сначала с одним способом прибавок. Потом я поняла, что он будет сложен для тех, кто хочет связать шарик, но при этом только-только освоила завязание, будет сложно. И, в общем, это я уже переснимаю. Соответственно, дел много перед Новым годом, нужно все закрыть и так далее. Все вопросы и по заказам, это домашние дела, поэтому
мастер-класс выходит вот так поздно. Вы уж извиняйте. Я этот год вообще какая-то потерянная. Все полгода собраться не могу. То есть вот через палец делать прибавки очень удобно. И с этим справится тот, кто только начал вязать. В январе я планирую выпустить на канале YouTube аж 5 мастер-классов по салфеткам крючком. Вот, прям и начну. С 1 января, возможно, я уже начну съемку мастер-классов. Такое лирическое отступление, пока я вяжу. Вот, смотрите, я сделала свои прибавочки. И теперь следующий ряд мы вяжем без прибавок. То есть, просто лицевыми. Видите? И здесь у вас, когда вы вот сделали прибавку, да что ж камера еще не фокусируется. Все против меня, ты посмотри, даже техника. Надо что-то придумать. Вот, видите их? И вот эти вот все прибавки, да, они тугие, но тем не менее у вас не будет дырочек. Еще раз повторюсь, что это очень-очень удобно. Все. И все прибавки вы теперь можете сделать также таким же образом самостоятельно. Видите, как у вас получается? И мы с вами встречаемся, повторюсь, на 13 на 14 ряду. Ну все, я провязала, и у нас должно здесь быть 14, здесь 14, везде по 14. Когда мы сделали последнюю нашу прибавку, но это не совсем последняя, у нас еще одна будет, то есть 16 петель в итоге у вас будет. Что хочу сказать? Будем вводить новый цвет. Для меня это, конечно, тоже, как и для вас, возможно, каторга. Но что делать? Маркер, я говорила, взять, отмечать начало ряда. Но я этого не делаю, потому что, в принципе, узор тут, и это все регулируется. Вот она, вторая моя ниточка, взяла заранее. То есть, девчонки, я вам показываю, как вяжу я. Возможно, вы вяжете по-другому. Теперь смотрите, мы вяжем 2 петли. Это у нас как раз который ряд без прибавок. 2 петли провязали. Куда-то я убежала от камеры. Отвыкла снимать уже, вы уж извините. Вот она моя ниточка. Я просто провязываю. Сколько мне нужно провязать? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель я провязываю данным цветом. А спросите, как я закрепляю нить новую? Просто вот мой кончик. И я его сюда перебрасываю. И пару петель я провязываю именно с этим перебросом. И тогда она закрепляется и никуда не убегает. Вот еще раз. Почему у меня камера такая темная? Я ничего не понимаю. О, так лучше, мне кажется, да? Что-то он как будто руки загорелые. Сажу таскала всю ночь, что ли. Так, все, этого достаточного переброса, чтобы ниточка закрепилась. Там я не обрезаю, но все равно внутри. Никуда она уже не убежит. Вот. И 9 петель я провязываю. Так, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Да? И здесь у меня остается провязать 3 петли. Все, обязательно. Вот вы когда вяжете, у вас все равно они собираются. Вы их распрямляете. Вот, все, распрямили. Не сильно только растягиваете, просто распрямили полотно. И вот эту белую нить я ввожу. Вот здесь главное не затянуть вот эту саму нить. Просто вот вы ее взяли, немножко расслабили, чтобы она расслаблена была, и провязали 3 петли. То есть ее натягивать не нужно, иначе у вас будет непонятно что, все скукожится, будет некрасивый мешок под наполнитель. 3 петли я провязала. Простите. Дальше то же самое на всех спицах я буду делать. То есть 2 петли сейчас я провязываю белой нитью. И дальше у меня идет 9. Вот здесь тоже на перехлестах очень важно соблюдать субординацию в петлях. То есть, да, чтобы оно у вас было не перекручено. То есть, вот вы распрямили, взяли, сколько там идет, как она ложится. Немножко хвостик отпустили ей, немножечко совсем. И забрали 9 петель.
На камеру, конечно, на спицах вязать — это то еще удовольствие. Или я просто отвыкла, не знаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 провязала. Опять я их свободненько так распрямила ровно. И взяла белую нить. Белую нить тоже прокладываю аккуратно. Немножко припускаю ее, чтобы у меня не было затянутости. И провязываю вот эти 3 петли. Да что ж ты не хочешь? Вот так у нас получается с вами. Все подравниваем сразу, потому что, еще раз повторюсь, если вы затянете, перетянете, у вас не получится ровный шарик. Поэтому делайте, как я вам советую. Дальше опять провязали. Вообще на шариках прям целые можно сюжеты вязать при желании. Вам главное понять принцип. Ну и опять же, не затягивать. Можете вязать однотонные, полосатые, то есть разные. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять распрямили и белой ниточкой сюда притянули. Вот она, видите, лежит. Вот как она лежит, ровненько. Так ее и берете и вяжете. На круговых очень, конечно, сложно будет этот момент сделать, но тем не менее девчонки, кто вяжет скандинавские свитера, они умудряются это сделать, и у них все получается ровненько. Главное следить за натяжением нити, все у вас получится. Да, все-таки я отвыкла вязать на камеру. Надо брать себя в руки, мне кажется, да? Ну и плюс еще спицы. Тоже свободненько все вяжем, непринужденно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мы вот сейчас будем с вами все ровное полотно как раз эту кошку и вязать. Главное не перетянуть. У нас будет 13 рядов без всяких прибавок, а потом мы будем делать убавки. Я вам принцип покажу и буду спокойно вязать с вами на пару. Все, вот мы ряд закончили. Вот что у нас получается с лицевой, и вот что у нас получается с изнаночной. Вот этот хвостик я вот здесь и ставлю, никуда девать не буду. Вот. Такой хвостик у меня еще здесь. Вот эта дырочка пусть будет. Пока не удивляйтесь. Потом мы вот этим затянем. Как раз еще наполнитель где-то подложить, где-то что-то. Вот такой ряд у нас получился. Далее у нас идет последняя прибавка. Сейчас я ее вместе с вами сделаю. И дальше уже будем вязать. Вот она, наша последняя прибавочка идет. Да? То есть тут 2, тут 2 лицевые. То есть лицевые 2 в схеме. Это значит еще и прибавка. То есть одна лицевая, прибавка тоже будет белым цветом, получается у нас. Вот все подтянули. И дальше у нас идет с вами контрастный цвет. И мы провязываем здесь получается, тут было 9, а здесь получается 10 петель контрастным цветом. Тоже очень важно, смотрите, как вы вяжете петли, чтобы не было дырочек, чтобы ничего не было. То есть, да, если вы начали вязать за одну из стенок, то вяжите за одну из стенок, потому что у вас здесь сейчас начнется вязание картины, и нужно, чтобы петли смотрели все в одну сторону всегда. Вот так вот у меня 10 петелек. Дырочки все потом я покажу, как я подтягиваю в процессе, как я это делаю. Все вам покажу. А здесь у нас должно быть 4 петли. То есть 2. Предпоследнюю я прибавляю, а последнюю провязываю белым цветом. И вот так мы делаем до конца ряда. Встречаемся в начале ряда. С
вяжем с вами следующий ряд, и остальные уже без прибавок. Согласно схеме, у нас идет первая белого цвета, потом у нас идет лицевая другого цвета. И вот здесь важно, видите, не затягивать в начале рядов. Дальше опять у нас идет белый цвет. Разучилась вязать на камеру, вы уж извиняйте. Белый цвет. И дальше у нас идет, считаем, да, сколько? 5, 6, 7 контрастного цвета. Сейчас я с вами эту спицу провяжу, а дальше вы вяжете сами. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так у нас это все получается и выглядит. И дальше у нас, согласно схеме, идет белый цвет. Опять же, не затягивайте нить, вяжите, как она лежит. И так вы вяжете до конца ряда самостоятельно остальные спицы. Вот здесь все подтягивайте. Вот что у нас с вами получается, какой домик. Вот смотрите, теперь сразу покажу. Когда вы будете вязать, у вас некоторые петли будут скакать, особенно такие, которые крайние, вот в узоре, и вы просто их изнутри, просто вот этими ниточками крайние именно, вы их подтягиваете, и они будут ровные, аккуратные и так далее, и тому подобное. Дырочек у вас, соответственно, тоже не будет. Все будет аккуратно лежать. Все. Я вам принцип показала, протяжки показала. Дальше прямые ряды до того момента, как делать убавки, вы вяжете самостоятельно. Это все легко. Я не думаю, что здесь нужно каждый ряд останавливаться и показывать, как я вяжу. Поэтому, в принципе, вы, уже понимая, как делать протяжки, в принципе, с этим справитесь. Встречаемся с вами на убавках. Так, сейчас будем делать с вами убавки. Вот что у вас должно получиться. Вот такая заготовочка. Мне опять света мало. Такая заготовка. Вы ее до убавок вот связали, да? И немножко ее подтяните, все растяните, посмотрите, где у вас торчат, не торчат ниточки. Если где-то петля убегает, то есть она более такая большая, чем все остальные, здесь вот этими кончиками, то есть это обычно первое и последнее, вот так вот все подтяните хорошо, чтобы у вас все петельки были похожи друг на друга. Ну или хотя бы сделали вид, что они похожи. Теперь мы будем с вами убавлять. И как раз в этом ряду, который у нас убавочный, нужно довязать уши. Так, смотрите, как я буду убавлять. Убавлять будем с двух сторон. Сейчас, чтобы не мешались. Первую петлю я провязываю просто. Вот эту петлю, если она от меня отвернута, я ее меняю местами. И вот эти две я провязываю вместе. То есть всегда будет первая провязывается, потом две вместе. Потом мы вяжем согласно нашего узора. Уши тут у меня. Последняя, так скажем, деталюха. Так, так. Вяжем до второго уха. Вообще интересное такое вязание. Я распробовала. На следующий год хочу много-много шариков в магазин навязать. И потом вам всем показать такой большой. Так, и смотрите, вот когда у вас остается 3 петли, получается, я 2 предпоследних буду вместе провязывать. Вот эту я провязываю, а вот эту предпоследнюю я как бы одеваю. И у меня получается, что оно будет смотреть на ту убавку. То есть вот, видите, как оно будет. И последнюю я просто провязываю. Также убавки будем делать через ряд с вами. Пару рядов я с вами сделаю, как сказать, закрепить материал, а потом уже вы сами. Опять провязали. Если она от меня отвернута, я ее к себе поворачиваю и провязываю 2 вместе. Вот так вот. Сейчас, чтобы спицы не стучали, а то это может кого-то бесит.
Видите, у меня вот петля видно, да, что большая. Я ее изнутри вот так вот ниточкой нахожу, эту петлю, вот она, и подтягиваю. Видно вам? Вот, подтянула, и, собственно, все, она встала на место. Этим видео я заканчиваю свой вязальный год. Год этот был странный. Я думаю, не у меня одной. Пришло переосмысление некоторых вещей. В плане вообще всего. Многие знают, что я даже психовала. В плане того, что соцсети закрыли. Ну да, вы сейчас это будете слышать от всех, каждого на каждом углу. И еще не один месяц. Пока все нам не вернут обратно, как было. Вот. Вы даже не представляете, насколько сильно я хочу, чтобы этот год закончился. Вот я провязала и предпоследнюю просто одеваю. Видите, еще раз покажу. Вот она, вот эта провязанная, а вот эту предпоследнюю я как бы надеваю. Видите? Вот так это получается. Подтянула обязательно. И последнюю я просто провязала. Вот. Я никогда не хотела такого, чтобы очень быстро год закончился. Я люблю жизнь такой, какая она есть. А этот год он... Хочу, чтобы быстрее закончился. Вот и все. Первую провязала. Здесь, если отвернута, если она у вас уже так лежит, то вы просто вместе их провязали и все. Дальше по рисунку. Все сразу тут вот я подтянула. Так. Вы, кстати, по этому шарику, если не получится связать, вы пишите в комментариях, где непонятно какие моменты, чтобы к вязанию следующего шарика, на следующий год, скажем так, у меня уже было понимание, на чем заострить зрение свое, на чем остановить взгляд и что обсудить. Я хочу повязать эти шарики из разной пряжи, сделать поменьше размер. Это классический. Кстати, шары эти были придуманы не так давно двумя замечательными дизайнерами. Об этом я говорю, мы потом поговорим уже в новом году. Вот так, видите? Оп! И довязываем. Последнего котика уши, и можно обрезать нить. Опять мы первую просто провязали, две следующие мы провязали вместе. Так вот, все подтянули сразу, все хорошо, чтобы у вас было. Интересное вязание, мне понравилось оно. И опять же, эти шары очень такие надежные, то есть если у вас маленькие дети, вы можете не бояться, что он разобьет, проглотит, наступит на острое, потому что такие шарики, они безопасны. Ну и плюс себестоимость такого шарика, чуть лишнего не связала, очень мала, то есть сколько тут, из двух мотков вы можете навязать 12 шариков, ну приблизительно. Вот и посчитайте, 180 рублей за 12 шариков, плюс там сколько наполнителя, 200 рублей, это вообще ни о чем. И при этом вы получаете индивидуальность и экологичность. А самое главное, безопасность, если у вас маленький ребенок, повторюсь. Так, и здесь эту провязываем, а эту петлю я одеваю. То есть делаем убавки с двух сторон. Тут, я думаю, понятно все. Следующий ряд мы просто провязываем. И встречаемся мы с вами, друзья мои, вот на этой убавке. То есть, когда у нас должно 4 петли быть, мы вот там с вами и встречаемся. До этого мы делаем убавки через ряд, таким образом, как я вам показала. Вот такой мешочек у нас получился. У нас тут 4 петли, как вы можете заметить. Вот такой он. И теперь, когда у вас 4 петли, вам нужно что сделать?
Правильно. Взять ваш наполнитель и потихонечку, полигонечку набить наш мешочек. Вот так. Набиваем и плотно, и в то же время не сильно плотно. То есть у вас спицы должны сами лечь. Вот когда спицы сами легли, тогда значит хватит набивать. Сейчас я набью. Ну вот я говорю, сюда влазит шарик 10-12 грамм. Смело можете пихать. Все сразу там разравнивать. Все это туда. Видите, и пицца захотелось. Спицы сами ложатся. Вот он шарик. Форму сразу немножко снизу придали. Все, вот наш шарик с кошечкой. Вот это туда сейчас мы это все упихаем. И теперь нам нужно еще сделать одну убавку до 3 петель. Убавлять мы будем петли, которые в середине. Ниточка наша, мы пока ее не трогаем. Петли, которые в середине, мы убавляем. Здесь видите с краю, но я всегда это делаю с середины. Так более аккуратно и закончен вид. Видите, треугольника. То есть, да, вот мы... Подождите, а где моя веревочка? Вот она. Синтепон так и пусть будет. Сейчас я вам покажу. То есть, да, мы первую петлю, как всегда, провязали. Да что ж ты... Первую петлю провязали, а вот эти две, которые в середине, мы их просто сделаем вот так вместе. Да что такое? На камеру это, конечно, все вот так, оп, и последнюю провязали. И у вас, видите, три петелечки. Дальше опять провязали. Две вместе в середине. Я говорю, отвыкла вязать на камеру, вы бы знали. Надо исправляться. Кстати, у меня на новогодних праздниках мне нужно закончить плед, по которому я вам давала как-то мастер-класс, который мотивами, кто помнит, мы вязали с вами спицами, квадратами. Его нужно просто собрать, девочки. Ой, совсем я расслабилась. Вот. И получается последняя спица. И последний ряд вы провязываете просто так. Вот. И вот. И у вас получается вот. Все, пока ничего не пихайте сюда больше. Лучше здесь, если что. Если вам не нравится ваша плотность. Мне вот лично нравится мой шарик. По плотности я говорю, что 10-12 грамм этого за глаза в один шарик. И он у вас круглый, не овальный никакой. Мы еще тем более вот тут вот немножко его... сплюснем, и тут сплюснем, и будет круг. Все, последний ряд провязываем и встречаемся. Вот он мой шарик, у меня уже он на двух спицах. Смотрите, вот он. То есть то, что он катается, это хорошо, это не квадрат, он не должен стоять. Чуть-чуть еще все подправили внутрях, придали, так скажем, форму круга, и вот у нас, видите, получается отличненько все. Теперь я беру иголочку. Вот такую. Вы можете взять пластмассовую. И здесь кончик я делаю тоже сантиметров 10. Этого достаточно. И ножницы, ножницы, ножницы. И я, конечно, это все дело отрезаю и вставляю в иголочку. Собираю на иглу все петли. Кончик поддела. И вставила. Вот у меня что получается. И теперь вот просто беру и все петли передеваю. Боже мой. Переношу на иголочку с одной стороны. Сразу веревочку протягиваю. Вот так. И вторую иголочку, то есть вторую спицу, тоже переношу на иголочку. Вот таким образом мы собрали все ваши петельки на одну. И теперь мы просто делаем так, оп, и затянули. Все, вот она, наша пимпочка готова. Здесь ее прям хорошо затягиваем.
Узлы вязать не надо, сразу говорю, никаких узлов, старайтесь этого делать меньше. Вот оно у вас все уже есть. Вот эту веревочку мы просто берем еще раз по кругу, буквально вот так вот. И все. Теперь еще раз затяну. Все, не надо больше никаких манипуляций. Вот наша верхушка айсберга, вот наш низ. Если мы считаем, что у нас мало с вами наполнителя внутри, то добавляем. Если нет, то тоже вот эту ниточку в иголку вставляем. И да что ж ты, и собираем наш кружок. Тоже еще раз говорю, никакие узлы не вяжем. Все. И здесь смотрите, просто я вот где вот петли собирала, более-менее в косу там можно попасть вот таким образом, тоже по кругу, чтобы не было отверстий никаких. И потом я это все просто затягиваю. Сейчас еще один. Сюда вот так. И я это все сейчас и затянула. Вот еще одна моя пимпочка. То, что она будет, если у вас вдруг она будет вот так стоять, это не страшно. Мы сейчас все исправим. Сильно-сильно затягиваем. В карамельке, что хорошо, она не рвется. Вот он наш шарик. Вот он, круглый шарик. Без всяких. Это нам не нужно. Вот он мой шарик. Теперь смотрите. Берем иголку и вот сюда в центр прям заходим. И вот здесь нащупываем наш центр. Очень важно нащупать именно центр. Видите? И иголочку достать. Здесь сильно не затягиваем. То есть она должна немножко провалиться вовнутрь и все. Вот он наш шарик. Маленький, удобный. Опять мы его покатали, наш колобок. Но это просто мы придаем форму. Вот они наши две ниточки. Здесь обязательно я делаю вот таким образом. Один узелок и второй узелок. Это все узлы, что у нас будут, как говорится. Все. Здесь у нас все хорошо. Здесь тоже. Теперь опять берем иголочку. И который самый маленький кончик, мы его можем спрятать. Еще раз говорю, узлы никакие не вяжете, ничего такого не делаете. Просто вы его сейчас спрячете в само вязание, в сам шарик. То есть, чем хорошо эти шарики, тем, что минимум нужно всего это делать. Все. И идем вот сюда опять в серединку. И в любом месте просто вытаскиваем нашу ниточку, не напрягая ниточку. Все. Мы ее просто отрезаем. Шарик у вас от этого не пострадает. Но при этом вы спрятали. А вот это дело. Вот это дело. Мы делаем просто веревочку нужного нам размера. Вот сделали. Да, там. Можете это руками, можете с помощью крючка сделать, как хотите. Я уже делаю, как привыкла. То есть вот так у меня будет такая веревочка маленькая. Сейчас я все еще раз завяжу. И оно тоже не распадется, и при этом будет крепко. Вот. Подтяну. Вот он мой шарик готов. И вот эту ниточку, которая у меня осталась, я ее тоже спрячу с помощью иголочки. То есть я говорю, что за пару часов или за час, в зависимости от того, какой узор, особенно если однотонный шарик, так вы свяжете его буквально там под сериал любимый за полчаса. Это уже никуда ничего не убежит. Подтянула еще раз. И тоже в середину пошла, где-нибудь вытащила и запрятала ниточку. Все, распрямила обязательно. Вы можете делать из дождика такие веревочки, из чего угодно. И вот он наш такой маленький шарик готов, который можно повесить на елочку. А еще это символ нового 2023 года. Я вам желаю всем крепкого здоровья, терпения и терпимости по отношению к другим людям.
Крепкого здоровья я вам пожелала. Всего хорошего. С наступающим Новым годом вас. Увидимся уже в новом году.